дает. Теперь уже подключился через инвертор. У нас уже напруга начала понижаться. Ниже 12 вольт, сами понимаете, мощность уже. Здесь мы поставили. Думаю, 18 нормально. Ну, снега уже нет, зима кончилась. Нормально раздает, хорошо раздает. Ветер, правда, сильный. Но, тем не менее, вчера динамик размял. Теперь он дует сильнее. А то было задубевший. Подвес, может, видели, кто смотрит видео. Что... Доктором Баксом я вчера подвес обрабатывал и того динамика. Хоть вот этот с этой стороны мягкий был, его можно было бы и не размягчать, но я еще раз на всякий случай размягчу. ДП 100 еще модель у меня, GVC. Она сейчас на ремонте у Андрюхи, у другого мастера. Он поменял подвес и динамику, так как родные отвалились, не знаю, где хранили эту трубу. А вот у ДПСО вообще мягкий подвес, говорит, как поролоновый. Знаете, вот очень интересные результаты. Да. Во-первых, спасибо оперативно поучаствовавшим. Значит, Комарова, 67% проголосовавших за срочно дай, 33% за возмутительно. И, Володя, еще один опрос сделал. Комарова или BBMF? И снова победил Комарова. Причем... Последние 20-25 минут программы. Треки потяжелее, как всегда. А потом еще автопати. Студия 21, только присоединяйтесь. Ну, как всегда, слушаем Петю. Аккумулятор даже тепленький, хотя солнце под другим углом. Может, на 19 вольт поставить? Добавили мощи еще на 1 вольт. Ну, прям спидгара. И это видео, наверное, завтра скидобанят на крысу. Кому надо, посмотрим. Отлично сдает. I'm not a
Секрет раскрою, как работает лампочка и почему она горит. Вот смотрите, он такую штуку сделал, 320 вольт. Я выгнал, лампочка не горит. Полинопорт звуковой тоже убавляет. Вот я сейчас ставлю. Я ее ставил. По сути, побольше стало. Такие дела. It's simple, not complicated, so it is hard to stay hydrated. Ну, аккумулятор, наверное, меньше часа остался разряжаться. У меня есть 9-амперник, я еще с ним его не успел, видимо, среагировать вовремя. Привет, Красноярск. Ваши предложения по трекам в конце программы. Помню, в свое время вам понравился. Не поверите, мне написали из Комарова. Ну, Комарова, как будет, тоже сниму видео. Хотят песню про себя. Драм-бас. А с Венсом? Но мы, несмотря ни на что, продолжаем радоваться лучшей музыке. Все супер, Стефан.